вот молодой человек явно сейчас запал мне в глаз как минимум, а там дальше через глаз проходит сердце. Поэтому набивает себе цену для финального награждения. Вот шайба очень стильно катается, очень красиво. А это представитель Татарстана? Теперь узнаю. Спасибо тебе, Коля. Они сами делали. Что делают? Курсы. Сами сами ветерилки. Вот недавно освещение появилось, подъем. Освещение появилось? Там освещение. Освещение. Освещение парка. Да, это все как бы инициатива. Молодцы. Поддерживаем. Они приезжают к нам уже тоже довольно длительное время. Продолжают кататься. Как вы говорите, ехали? Длительное время ехали? Долго? Добирались? Много лет продолжали. Много лет добирались? Пешком что ли шли? Вот недалеко. Садись на электричку и приезжаешь. Электричка? Электричка, без указания. А я думал, знаешь, как на дизеле, помнишь, что-то? Ехали на дизеле, синий трактор едет к вам. Да, типа того. Так, ребят, распределите подарков, скажите. Есть еще призы, давайте, готов смотреть. Вот, хорошая компенсация, даем 500 рублей. Компенсация 40 гребом не было, ой, да, выдаем. Выдаем. Снял. Как? Спасибо, ничего себе. Камиль, тебе говорят, что ты круче всех. Они тебе говорят, все. Да нет, я говорю. Спасибо, респект ребятам. И вам тоже здрасте. Не хотите к нам попрыгать? Прыгайте, получайте деньги за трюк. Попробуйте, на. Да, я прям сейчас подъем. Вот так. А вы, девушки, как у нас бэкфлип? Сальто с ноги вы умеете? Пока не научились. А у тебя есть косарь? Конечно, есть. А может, за косарь кто-то сейчас в подъемника прыгнет? Нет, не надо, хватит, хватит, Камиль. Видно, не будет такое. Двойной захват доски. Без переворота тела. А вы, друзья, как насчет нам попрыгать?